С 1 по 14 февраля Ульяновский регион впервые в своей истории принял мировое первенство по бенди. 36-й по счету чемпионат мира по хоккею с мячом запомнился горожанам не только ледовыми баталиями сборных, но также и некоторыми недочетами организаторов. Например, некоторые баннеры, информирующие ульяновцев о проведении чемпионата, были напечатаны с ошибками. Также опечатки были допущены и на билетах на финал чемпионата мира. Но все же главное – это сами матчи и результат, а именно победа национальной команды России. Отличился Ульяновск и первый в истории проведения чемпионатов мира по бенди церемонией открытия соревнований. Продюсером шоу с участием звезд мирового фигурного катания выступил Илья Авербух, который подготовил для зрителей настоящий рассказ об истории Ульяновской области. Церемония создавалась исключительно для Ульяновска. Ее нельзя перевести и завтра показывать в другом городе, потому что в ней рассказ про Волгу, в ней рассказ про писателей, именно рожденных здесь. В первом матче турнира россияне с разгромным счетом 9-1 обыграли сборную Казахстана. Второй поединок против команды из Финляндии завершился со счетом 10-2 в пользу российских игроков. В третьем матче отборочного турнира в соперники нашей сборной выпал главный конкурент в борьбе за золотые медали – шведы. За несколько часов до начала баталии посол Королевства Швеции выступил с определенными надеждами на исход игры. Это генеральную репетицию финала, но сегодня вечером будет Россия-Швеция, и мы, конечно, будем там и болеть за нашу сборную и за вашу. По итогам матча шведы с преимуществом в 3 мяча обыграли российскую команду. Но страсти на ледовой площадке перебил скандал, который случился на трибунах «Волгоспорт-арены». Попасть на игру с вывеской «Россия-Швеция» болельщики пытались различными способами. Некоторые умельцы вовсе изготовили проходные билеты на цветном принтере. В итоге 5000-ный дворец не смог уместить всех желающих. Как результат, давка на трибунах, 100-метровые очереди у входа и испорченный спортивный праздник. Через контроль доступа человек пытался пройти, но билет не реагировал. Мы просто человека этого не пускали, а билеты выкидывали в урну. И все. Понятно, что человек понимал, что это билет у него поддельный, он там уже не доказывал свои права, не качал права, как говорится. Он просто уходил в сторону и понимал, что он не сможет пройти на стадион. Но в то же время, когда там друг за другом шли люди, я не исключаю вариант, что кто-то и проходил по этим билетам. И это было не единожды. Поражение от шведов не стало для российской команды серьезной помехой на пути к финалу. Только репетиция главного матча оказалась без продолжения. В полуфинале обидчика нашей сборной одолели финны. Сложен был в том, что нужно было настроиться на нового соперника. Все ожидали шведов, да? А уже когда люди переключаются, когда идут звонки постоянно, я просил ребят абстрагироваться от этой ситуации и выйти от мобилизованной. Что они в первом тайме сделали? А сделали россияне разгромный счет. Первый тайм финального поединка наша сборная завершила с перевесом в 5 мячей. Во второй половине встречи финны отыграли 1 гол, но за минуту до финального свистка Россия установила окончательные цифры на табло – 6-1. Первый тайм мы играли по ветру, во втором тайме они играли по ветру, и мы ждали, что они все-таки, им терять уже нечего, они будут прессовать, как-то нагнетать обстановку, много делать верховых передач. И поэтому мы ждали, да, выдержали это. Жалко, вот пропустили гол один, да, потом один забили, и в принципе довели спокойно матч до победы. Через несколько дней после финала триумфаторов чемпионата мира в столице поздравил лично глава государства. Победа действительно убедительная, сколько 6-1 в финалах выиграли, но в общем и целом, насколько я себе представляю, непростая была игра. Но самое приятное, что после определенного перерыва, я помню, был момент, когда наша сборная не могла несколько лет подряд, по-моему, завоевать. Был такой период. Был период. А здесь вот уже 4 раза подряд. Это, конечно, большой успех. 10-я по счету победа сборной России доказывает, что титул лучших на планете команда носит заслуженно. В следующем году национальная команда отправится на чемпионат мира по бенди, который пройдет уже за пределами нашей страны. 37-е первенство примут бронзовые призеры нынешних соревнований – Королевство Швеция.